защитят и помогут нам верные друзья. Действуй смело, действуй дружно, Минифорс. Минифорс. Победим обязательно, точно знаю я. Минифорс, отважные друзья. Страхи позабудь, отправляясь в путь, стань бесстрашным героем. Все преодолеть на свете мы сумеем с тобою. И всегда придут на помощь наши новые друзья. Минифорс, отважный боевой отряд. Минифорс. Ненасытный крокер, часть вторая. Так, друзья, я принес вам еду. Спасибо. Ешь. Ты должен расти. Да, я хочу стать большим и сильным, как ты, Макс. Да. Следующий. Видите, как благородно. Спасибо. Макс молодец. Помогать попавшим в беду — это так трогательно. Потрясающе. Он меня восхищает. Макс! Ребята, я... решил все сделать один. Держи. Мне. Большое спасибо. О, ешь, на здоровье. Обещаю, мы потом еще принесем. Спасибо. Какой же ты молодец. Только в следующий раз говори нам, если ты что-то задумал. Он прав. Мы ничего не знали и такое про тебя подумали. Прости нас. Меня тоже прости. Но все-таки ты должен был нас предупредить. Я виноват, что ничего вам не сказал. Из-за крокера лесная деревня лишилась еды и начала голодать. И я решил действовать. Понятно. Но ведь нам нужна еще еда. Что делать? Как что? Вы забыли про Сьюзи? Вот вам и еда! Крокер будет другим, это очень хорошо. С помощью моей темной энергии и вашей технологии мы создаем самого грозного монстра на свете. Ты им всем покажешь, Крокер! Так. Ой, холодильник пуст. Вы что, забрали всю еду? Она для наших друзей в лесу. Что, вся? В лесу живет много животных, так что и этого мало. Могли бы оставить немного для нас. Зачем забирать все? Если уж помогать, так отдавать все. Да, что ж, я не против. Вот, тогда отдай и это друзьям. Мои орешки, нет, только не это. Хотел скрыть от нас. Ты должен отдать и это животным. Нет, все что угодно, только не орешки, нет! Возьми, Макс. Лесные животные будут в восторге. Вольт, не переживай. Легко сказать, это мое сокровище!
Ты же говорил, нужно помогать другим. Вот и помогай, как все. Пойду, посмотрю, нет ли чего еще. Если бы это могло помочь, я бы сам отдал животным орешки. Да. Макс, послушай, им ведь не понравятся орешки, а? О. Вот. Вызов, скорее. Тревога! Крокер появился в городе Блюбелл и съедает все запасы. Как он может? Это жестоко! Паскаль также снабдил Крокера мощным огнеметом, чтобы уничтожить город. Ха! Это в духе Паскаля. Пламя Крокера способно расплавить оболочку форс-ботов. Вы должны быть осторожны. Не волнуйтесь, на этот раз мы точно справимся с Крокером. Поторопитесь, Рэй уже там, поскольку он был рядом, но одному ему тяжело. Немедленно вызовите машины силы и помогите спасти город. Есть, командир! Машины силы, сюда! Сюда! Прекрати это! Я все равно не позволю тебе буйствовать. Решил напасть. Но держись. О, нет. Внешняя оболочка повреждена. Что же мне делать? Неужели это конец? Стой! Спасибо, Рэй! Оставил Крокера для нас. Он крепкий орешек. Будьте начеку. Не волнуйся, мы справимся. Атакуем вместе. Роботы силы к бою! Есть! Ураганный меч! Пулемет пламени! Пистолет вспышки! Арбалет грозы! Есть! А теперь атака! Он дрогнул. Продолжайте! Есть! Что это? Мы можем просто поджариться!
Темная энергия сделала Крокера чрезвычайно мощным. Внешняя оболочка серьезно повреждена. Еще одна такая атака, и мы расплавимся. Тогда нам нужен четверной робот. Есть! Крокер, теперь твой черед почувствовать жар. Лазер силы огонь! А теперь мы учетверим оружие силы. Есть! Суперпушка силы. Огонь! Огонь! Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году.